средний вес. Звали его Артур. Мы довольно-таки долго скакали друг против друга, по-моему, минут 6. Он боялся ко мне подходить, потому что видел, что любой мой захват кончится плачевно. То есть он может попасть или не попасть, а для меня, если я схватился, сломать или не сломать, такого вопроса нет. То есть уже все, если я прикоснулся, это уже болевой прием, значит, ну, 100%. То есть это ему объяснил тренер. И поэтому они решили делать бой намного так экономично и безопасно, скажем так. То есть он не делает движения насчет меня, он пытается выменить меня на себя. Я это, естественно, понял. И старался так аккуратненько как-то к нему подойти. Вот. И в то время я еще не пробовал такое движение, как вот я потом пробовал на соревнованиях по абсолютным поединкам, на Ultimate Fighting, прыжок ногами как бы вперед. Это потом я уже научился ногами работать, как руками, я мог, ну, как обезьяна, то есть прыгнуть ногами вперед любому боксеру и стащить его в партер, а в партере как бы я уже был король. Вот. Здесь в какой-то момент я решил просто морально сломить Артура, я просто спокойно, уверенно стоял на него, смотрел. И потом показал какой-то удар слева. Он среагировал, я вправо прошел к нему ноги, сделал перекат. И тренер его был, естественно, уверен, что я сломаю руку, и быстро выбросил полотенце. Я жутко тогда расстроился, потому что мне очень хотелось.